Всем привет! И сегодня я вам расскажу, что такое книжка Слонгрина и кто такая Слонгрина в школе. Поехали! Если мы сейчас возьмем мишку, я сейчас найду мишку и сделаю это. Видимо, будет короткий. Если мы сейчас найдем мишку и понесем его вот сюда. Но он наверх, то мы сможем пройти игру. Понесем его. Если мы возьмем мишку и понесем его сюда, то нам будет доступно фото, на котором вся школа Слонгрина, которая стала для этого. Ну а что, если я вам скажу то, что помимо фото у нас есть концовка, в которой присутствует Слонгрина с ее мишкой. Мы видим этого призрака с мишкой в руках и просто падаем в окурок. На этом игра кончается. И все. Всем понравилось, если это лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мои соцсети, всем хорошего, с вами и пока.